просто космос. Этой ночью казахстанцы смогут приблизиться на один шаг к своей мечте. А все потому, что в эти дни мы сможем наблюдать уникальное явление в небе – метеорный поток Персеидов. Именно в этот период, говорят астрологи, все задуманное может сбыться. Ну что ж, загадываем желание. Этот звездный поток является каждый год в августе. Звездопад можно наблюдать сегодня ночью в промежутке между 24 и 3 часами ночи. Он будет наиболее активным. Лучше любоваться звездами в горах, и при отсутствии искусственного освещения движение звездного потока образуется остатками кометного хвоста. Сама же комета приближается к Земле раз в 135 лет, но через некоторое время все же проходит ежегодно. Этот звездный дождь располагается в созвездии Персея, отсюда и столь романтичное название. Открыли это явление еще в 1835 году, и с тех пор люди верят, что если загадать желание, оно обязательно сбудется. Ну, как тут не поверить в опыт человечества? В первую очередь, это нужно принять душ, конечно же, очистить себя. Во-вторых, нужно загадывать желание. Ну и в-третьих, сделать благополучие для людей. То есть, что значит? Помочь кому-то, либо деньгами, либо намерениями. Что-то доброе сделать от сердца, без корыстных целей.